Коротко о главном. Новая неделя, новый фильм. Предлагаем для семейного просмотра фантастическую киноленту «Дом странных детей» мисс Перегрин. Играем и изучаем. У ребят 8 В и 8 К классов школы номер 1912 прошла интеллектуальная игра «Знаешь ли ты Россию?». Про общение. Ученики 6 Б класса разработали и провели урок обществознания, посвященный межличностному общению. Олимпиадные вести. Поздравляем победителей и призеров регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по истории. Поэтическая среда. Открытый микрофон работал для всех желающих прочитать поэтические строки о зиме. Рубрика «Буктрейлер». Читаем захватывающий иронический детектив Иоанна Хмелевской «Дом с привидениями». Неделя дошколят. О чем говорили на этой неделе наши дошколята? О морях, рыбах, жарких странах, шапках, платьях, рукавичках и о полезных продуктах. Музеи, парки, усадьбы. Ученики нашей школы посетили Минералогический музей имени Ферсмана, музей МХАТ, Музеон, Московский дом Достоевского, Геологический музей Вернадского, Зоологический музей и Музей уникальных кукол. День дарения книги. Ребята обменялись книгами с друзьями, создали видеоотзывы о любимых книгах, записали буктрейлеры, с интересом рассматривали книги на стенде буккроссинга. Будьте в теме, оставайтесь с нами.